Наверняка многие замечали, что в последнее время много кто играет на приватных серверах старых версий, особенно популярны сейчас 1.9 и 1.6 сервера. Сегодня хотел бы рассказать, как такие люди строят, какие лучшие креаторы на этих серверах и как сделать декор в старом стиле и не обосраться. На самом деле в постройке в старом стиле нету ничего сверхъестественного, просто приватный сервер отличается от оригинальной ГД тем, что у тебя меньше выбора в объектах. Но даже при этих условиях, разбираясь в декоре и зная нынешние тенденции 2.1, можно вполне выдать сносную работу. Если с самыми первыми версиями можно построить разве что Core, то с 1.9 и дальше можно разгуляться. В 1.9 вышли революционные Glow, 3D, повышение лимита объектов, 4 цветовых канала. А теперь я выделю три сервера: 1.6, 1.9, 2.0 и расскажу о лучшем креаторе каждого. В 1.6 таковым можно считать Avetsi. На самом деле это решение спорное, так как и в 1.6 было мало возможности делать что-то необычное, и в плане стиля обходились разве что кором и дизайном. Видной конкуренции не было. Avetsi умеет отлично маневрировать между этими двумя стилями. Его работа выглядит довольно свежо. В 1.9 лучшим, безусловно, будет Grenade of Tacos. Он мастер своего дела и использует этот стиль постоянно даже в 2.1 в работах. Он мастерски умеет реализовать крутые кор-дизайны и арты. Я бы рекомендовал посмотреть его последнее соло и понять, о чем я говорю. В 2.0 одного лучшего креатора я не нашел, поскольку появилось больше возможностей, конкуренция значительно выросла, и одного лучшего креатора выделить стало невозможным. Я думаю, хорошим решением будет показать крутые работы на 2.0 сервере. Как сделать декор в старом стиле и не обосраться? Очень просто. Во-первых, используйте главную палочку-выручалочку креаторов – вдохновение. Смотрите много работ в нужном вам стиле и подчеркивайте что-то оттуда. Во-вторых, опирайтесь на более простые стили, например, дизайн. Если вы сможете его делать хорошо, то условный кор и подобие арта вам делать будет легче. В-третьих, не забывайте экспериментировать. А пока все.